День добрый, а я представляю обещанный мною обзор готовых бритв, и это у нас все те же самые клины. Про комиссории ничего не скажу, так как они же так дожидаются своих шкатулок, которые нужно по три слоя покрыть, каждый слой по три часа должен засохнуть с каждой стороны по отдельности и так далее, и так далее. И поэтому, естественно, первыми вышли в свет клины складные. Вот видите, как немного у меня тут вышло? Могло бы быть, да, чуть ровнее, вот так. Но из амортизации материала полиуретана она немножко его выталкивает, но это временное. Она потом будет вот... Вот сейчас она вот так, а со временем будет вот так. Все, дальше она уже не будет. Вот такую оправку я соорудил. Та, которая была заменитель как бы визуальной кости, я в сторону отбросил, потому что там раковины, которые не заделываются, то есть ничем. То есть там она, этот материал не клей, не замазки, не вообще ничего они там не приемлет. Да и я не любитель что-то замазывать, что-то там заклеивать. Уж делаешь, так делаешь как следует. Вот. Так, открываем клинышек, заточенный. Недавно вот мне кто-то по телефону, причем спрашивали, мол, разница клин, не клин, вогнутый, не вогнутый. Еще раз повторюсь, хотя раньше это, если вот видео посмотреть, я там много говорил об этом. Клин волос бреет так, как будто его там нет. То есть, если вот вогнутая бритва идет и так и скрежечит, так делает, то этот бесшумно просто ровно убирает волосы, все. Это плюс клина. Есть и минус клина. Он не допускает ошибок в движении. Если вы там допустили какую-то ошибку, там неаккуратность, какую-то волну выловили перед острием, либо где-то угол маленько не так начали, особенно на первом проходе, то укусит. Укусит обязательно. Клин стопроцентный. С прямой головкой, не закругленной. Опять же, делал на любителя, то есть кому как, кому что. Это вот там вот рисунок стали. Я сейчас подумал ее протравить, чтобы он проявился. Но потом подумал, бритва будет какая-то черная. Какая-то, ну не знаю, может кому-то и даже здорово это было бы. Но, как по мне, так вроде показалось не особо. Все закрывается, все ровненько. Все хорошо. Угол заточки минимален. То есть затачивался она только, видите, вот здесь какими-то пятнышками идет. Это странно, потому что гусениц начался сразу и равномерно по всему острию. Вот чем вообще я люблю клины, их точить. Ну, я не знаю, 2 минуты одну бритву, 2 минуты другую бритву. Все, они заточены. Там нет этих вот кромок, которые нужно сначала им форму придавать, там уголки вот эти сшибать, там все это выравнивать. Здесь ничего не надо, здесь все уже ровно, все уже остро изначально. Я просто беру и как бы чуть-чуть поправляю, и, то есть одновременно полируя. Все одновременно это делается. Вот этим клин мне нравится. Это еще, кстати, его один большой плюс. Второй вариант. Точно такая же сталь. Сталюга очень жесткая, но сверхжесткая. То есть это подшипник, допустим, производится из обычной катанной листовой стали. Прокат обычный. А это тот прокат кузнечно кованый, то есть в пакетом. То есть тут много вот таких вот пластин, много пластин, которые собраны в одно, скованы в одно, все это уплотнено и закалено по максимуму. Это, конечно, да, это зверь тот еще. Это срезку все, что-то не очень здорово, все.
Вот так. Вот так еще куда не шло. Легкую везде грубоватость составляю. То есть такую вот, как я ее называл, брутальность. Модное сегодня слово. Закругленная головка. Нужно, мне кажется, было еще вот здесь вот по уголкам пройтись. Не просто закруглять обушок, а вот сделать клинышек, который вышел бы сюда. Типа бачерского. Ну, то ли еще будет, если будет когда-нибудь. Все сделается. То же самое. Затачивалось просто изумительно, быстро, ровно, правильно. Вот точил бы и точил эти клины. То, что нужно. А что это такое у нас? А, это носковка. Проявилась. Так. В общем, вот такие вот у меня на сегодня клиночки. Встречайте на сайте. Думаю, я сегодня их уже развешу в наличии. И они будут доступны для заказа. Вот краткий обзор того, что сегодня имеется в готовом состоянии. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.